Привет всем! Сегодня в Алании опять солнечная погода, но также прохладно. Мы собираемся на пляж Клеопатры, на самый популярный пляж в Алании. Видите, у меня сегодня такая веселенькая шапочка, но мне нужно поехать в магазин купить что-то более серьезное. По Алании мы передвигаемся на наших электромопедах, вот они стоят сзади. Очень удобно, практично, экономично. Ну, в общем, классно. Всем советую, кто думает купить электромопед, всем советую. Мы приехали в магазин LC Waikiki, чтобы купить мне более серьезную шапку. Не такую смешную, как у меня сейчас. Давайте посмотрим, что у них там есть. Видим шапку ковик, да, Ильма? Ковик? Пойдемте посмотрим, найду ли я себе нормальную шапку. Кстати, дешево очень, шапка всего 5 лир. Пойдемте померим. Так, какой цвет? Насыл? Evet. Just negativity out of sight. You're gonna reach up high. You're gonna learn to fly. You're gonna live your life. You're gonna live your life. There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be okay. Beautiful day waiting for you. Just open your eyes. You'll see it's true. Привет, мирова, hello. Мы приехали на пляж Клеопатры посмотреть, что же тут происходит. Посмотрим, есть ли кто-нибудь на самом пляже и купается ли вообще народ. И теплая ли вода в море. For you, just open your eyes, you'll see.
see it's true. Good times, sunshine, gonna be here in no time now. Bad times, gray skies, push them all away, turn them upside down. You're gonna break new ground, turn everything around. Как вы видите, я купила себе новую шапку, не такую смешную, как у меня была раньше. Когда мы заходили в магазин, кто-то из выходящих покупателей посмотрел на меня и стал улыбаться. И я не поняла, почему он улыбается, а потом вспомнила, что у меня шапка оказывается смешная. Сейчас мы на пляже Клеопатра. Очень солнечная, классная погода сегодня, очень тепло. Море спокойное, никакого ветра. Прекрасное воскресенье. Поэтому, дорогие друзья, приглашаем вас в Аланию. Приезжайте, наслаждайтесь морем, солнцем. И прекрасное настроение. Сегодня мы побывали на пляже Клеопатра. На солнце очень тепло, но все-таки чувствуется зима, ветерок немного прохладный. Сейчас мы едем в сторону Дамлаташа. Тоже очень популярный район в Алании, совсем недалеко от Клеопатры. На Дамлаташе находится также много гостиниц, много отелей, детских парков и, конечно же, красивый пляж. На Дамлаташе также есть и пещера. Если на Клеопатре пляж немного... Если на Клеопатре пляж песчаный, на Клеопатре очень мелкий песок, то на Дамлаташе на пляже мелкая галька. Лично мне больше нравится Дамлаташ, чем Клеопатра. Там и вид красивый, и песок не такой мелкий. Наверное, многие из вас знают, но в Алании также началось строительство канатной дороги, которая будет идти из Дамлаташа до вершины крепости. Будет выглядеть она вот так вот, как за мной на картинке. Строительство только началось, но обещают, что дорога будет готова уже к маю 2017 года. Поэтому, если вы приедете летом, то сможете подняться по канатной дороге наверх крепости. Наша воскресная поездка по Алании заканчивается. Мы проезжаем мимо археологического музея, а также информационного центра туристического.
Погода хорошая, теплая, но сегодня воскресенье, и нам нужно идти на рынок, чтобы покупать, чтобы купить свежие фрукты и овощи. Поэтому смотрите наше следующее видео с рынка. Мы вам покажем, что же продается в Алании в январе месяце, какие фрукты, овощи есть. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите видео, присоединяйтесь к нам и смотрите, как интересно мы живем в Турции. Всем хорошего воскресенья, хорошей следующей недели. Пока-пока!